Всем привет! Осень – самое время добавить в жизнь больше красок, яркости и стиля. Не зря модные дома вкладывают большую часть инвестиций именно в осенние коллекции. В этот период женщины как никогда готовы к новому стилю и образу. Сегодня мы обсудим с вами самые актуальные тренды на рынке моды и красоты. И начнем, разумеется, с образа. Мы часто говорим, что базовые цвета черный и белый – это вечная классика, которая актуальна в любом сезоне, идеально подходит каждой женщине. В сезоне осень-зима основной акцент сделан вновь на классическом сочетании, но в новой интерпретации. Давайте с вами посмотрим на два актуальных осенних тренда. Начнем с яркого дерзкого шика. В основе дерзкого шика сочетание базовых оттенков и ярких цветовых решений. В частности, вновь на пике популярности цвет индиго. Объемные элементы одежды, яркий цвет – самый выигрышный дуэт дерзкого образа, востребованного в этом сезоне. Пальто кокон или свитер оттенка электрик, сумка оверсайз и оригинальные украшения. Носите все вместе и не бойтесь стать заметным. Обратите внимание на макияж. Глубокие оттенки и интересное сочетание теней в макияже глаз придадут взгляду выразительность. Аксессуары в этом образе носят функциональный характер. Объемная сумка шопер позволит не только взять все необходимое, но и подчеркнет стиль casual. Аромат станет эффектным дополнением образа и придаст уверенности в себе. Второй образ поддерживает направление смарт-кози. Это значит, что каждая деталь дополняет стиль, в котором любая женщина чувствует себя максимально комфортно. Дух свободы – стиль, который предназначен для того, чтобы ощущать себя легко и модно одновременно. Выбирайте многослойные сочетания велюра, джинсы и принтованного хлопка. Носите аксессуары в стиле этнофолк и не забудьте про эффект растрепанных волос. В макияже основной акцент сделан на губы. Виниловое покрытие и дерзкие ежевичные оттенки станут главными инструментами для любой модницы в этом сезоне. Дизайнеры аксессуаров взяли на вооружение этнические мотивы, ручную простежку, имитацию лоскутного шитья, бахрому, кисти. Такой комплект идеально дополнит однотонную водолазку, пончо или жилет с мехом и аппликацией. Ноты красного перца, содержащиеся в аромате, являются ведущим ингредиентом на рынке парфюмерии. Они добавляют дерзости, образу, дух, свободы. А у нас есть потрясающая новость для тех, кто следит за трендами. Все больше парфюмеров возвращаются к истокам, к ароматам, которые создает сама природа. Монохромные композиции занимают основную нишу люкс-парфюмерии. Сложность заключается в том, чтобы максимально точно передать сам аромат натурального ингредиента. В Oriflame вышли сразу два парфюма, в которых композиции идеально точно повторяют аромат цветов и растений. Премиальная парфюмерная коллекция Sublime Nature. Это чистые, насыщенные ингредиенты, полученные с помощью натуральной экстракции углекислым газом. Такая уникальная технология помогает создать неповторимую комбинацию из уже знакомых нот. Два аромата – тубероза и бобы тонко. Эти композиции станут незаменимым дополнением к парфюмерному гардеробу любой модницы в этом сезоне. Еще одна новинка – сыворотка для лица. Это продукт, который зарекомендовал себя как лучшее средство по уходу за кожей. Сыворотку можно назвать энергетическим коктейлем, потому что концентрация полезных для кожи веществ в небольшом флаконе превышает содержание в обычных кремах в два раза. Серия Optimals представляет очередную эффективную новинку – увлажняющую сыворотку для лица для всех типов кожи Optimals Hydra. Именно увлажнение – это ведущий тренд любого ухода, направленного на предотвращение проявления признаков старения. Этот продукт интенсивно увлажняет кожу благодаря технологии с использованием экстрактов морожки и черники. 80% женщин подтверждают, кожа действительно выглядит отдохнувшей. Не забывайте, что самые впечатляющие результаты можно получить, используя комплексный уход за кожей лица. Оставайтесь в курсе самых актуальных трендов сезона с Oriflame. До встречи!